Всем привет, с вами опять я, и я хочу показать вам набор, военный набор, не знаю под каким названием, ну, ладно, переходим к коробке. Вот такая вот коробка размеров хороших, потом функции здесь не показаны, показаны только во что можно ее переделать, а здесь уже функции. Правда, показаны очень плохо. И серия этого набора. Ну, и название самого конструктора, и номер 822. Вот. Ладно, отходим от коробки и начинаем с набора. Первая деталька – это такой вот дорожный знак. Он может двигаться вот так вот, по-разному. Вот такой вот знак. Потом змея обычная и лошадь с пацаном. Вот. И вот сама машина. Там я уже успел посадить пацана. Ладно, переходим к функциям. Первая функция. Могут открываться двери, конечно же. Потом открываться вот эти кабинки. С другой стороны то же самое. Потом вот это... Пушка может полностью вот так вот по-разному выгибаться, двигаться. И еще открывается здесь люк. И сюда жалко, не поставили покрытие, чтобы можно было вот так посадить человечка. Можно как-нибудь так его интересным способом вот так вот закрепить. Но выглядит это плохо. Ладно. И еще самые основные функции. Эта пушка может очень хорошо стрелять. Ну вот так. И с помощью, я покажу, вот этих вот раздатчиков. Там пружины и все остальное. И оно может стрелять. Потом еще. Сюда можно посадить даже человечка. И если в этом костюме, то его сильно он не будет выдаваться. Вот. Так оно выглядит будет. Потом, если этого туда не посадить, ну, допустим, сюда можно положить даже оружие, а эти бортики не дают ему выпасть. По функциям это все. Ну, и... Всем пока. Все, пока.